коротко, наверное, потеря фатальная для нас оказалась. Фатальная. Тяжело. То, что я с первого дня говорю, тяжело по 90 минут обороняться. Мы сегодня проиграли во всех аспектах. Солигорск достойно победил. Вот и все. Спасибо. Есть ли вопросы? Андрей Масовский, Трибуна. В чем причина такого не совсем, не очень хорошего второго тайма? Если в первом еще вроде бы не позволяли Шахтеру что-то создавать, то во втором совсем как-то все было. Ну да, нельзя сказать, что в первом не позволяли. Если помните, в первом тайме тоже было несколько опасных моментов у наших ворот. Тяжело выходить. Ну я же говорю, когда ты постоянно обороняешься, то естественно к концу игры ты больше устаешь, у тебя нет времени на передышку. А нагрузка на защитников упала очень большая. Шахтер очень хорошо, качественно играет флангами. Мы знали это, мы ничего не смогли противопоставить. В любом случае, когда ты играешь в атаку и там не цепляешься за мячи, ну, рано или поздно ты проседаешь. И мы в концовке просели. Спасибо, есть еще вопрос? Замены не усилили. Это, ну, как мне показалось, или так, как бы вы тоже считаете, что ни Любович, ни Глаза не сыграли как надо? Ну, я тоже согласен, что замены не усилили, да, но на этом все, но. Есть ли еще вопросы? Спасибо, до свидания.